Всем привет! Продолжаем изучать программу Sculpis Alpha 6. Сегодня я вам покажу такую функцию Paint, раскраска модели. Вот здесь она находится. Просто загрузив модель, вот она у нас есть, мы начинаем, нажимаем на эту кнопку, высвечивается такое окно. Можно прибавить качество раскраски, можно уменьшить. Добавляем где-то вот так до 1024, нажимаем ОК, все, пошла загрузка в Paint нашей модели. Ждем. Вот, быстро загружается, модель легкая, полигонов мало. Сейчас будем ждать, что же он нам высветит. Вот, получается у нас такое окно. Здесь находятся кисти, раскраска. Те же полигоны, кнопка сохранения. В разных форматах, в общем и Sculptris, в родном тексте его. Здесь находится световая гамма, текстура, сама сфера разного цвета гаммы. Ну, поехали раскрашивать. Нажимаем на нужный нам цвет, выбираем здесь его, уменьшаем интенсивность цвета, увеличиваем, какой оттенок нам нужен, выбираем цвет. Здесь находятся три бегунка. Это увеличивает площадь раскраски. Второе у нас увеличивает интенсивность цвета. Можно сделать его темнее, можно сделать его светлее. Третий у нас уменьшает вообще его интенсивность и делает, ну, подкраску, что ли, так где-то подкрасить деталь нежнее. Все, раскрашиваем. Форма разбита у нас на квадраты, и вот эти квадраты считывают цвет и закрашивают площади. Вот так это происходит. Все, форма у нас окрашена. Теперь надо сделать чуть-чуть оттенок ему. Нажимаем инвертацию, используем вторую площадь для раскраски. Ставим чуть-чуть желтый цвет, уменьшаем интенсивность и слегка наносим его на модель, осветляя саму форму. Вот так у нас получается. Кстати, если вы работаете вот с этим цветом, допустим, он вам нужен постоянно, желательно его не трогать, а менять второй цвет, работать со второй зоной. Поэтому вы не подберете, потому что потом такой же цвет здесь, очень сложно его поймать. Ну, продолжаем. Добавим немножко синего. Или так вот. Вот так вот. Вот мы его добавили.
уменьшаем теперь и прибавляем интенсивность. И добавляем немножко, ну, допустим, черного. Уменьшаем площадь работы и подкрашиваем немножко нос, глаза. Чуть за ушами даем цвет. Вот так вот у нас получается. Все. Вот мы сделали его. Теперь самый важный момент. Это нужно отобрать сферу и дать ему вид. Вот можно его сделать так вот. Немножко золота. Как рисунок получается. Вот у нас получается слишком темный. Можно убрать, можно прибавить. Добавим немножко белого цвета. Вот он у нас чуть посветлел. Теперь прибавим и раскрасим глаза. Добавим, наверное, голубого немножко. И немножко черного. Передвижение модели, кнопка Alt и правая кнопка мыши. Вот так у нас получилось. Поменяем сферу. Вот у нас получился такой цвет. Можно выбрать другие оттенки. Вот у нас получается такая раскрашенная модель. Простенькая. Можно посложнее красить, используя вот эти поля для текстур. Наносятся они. Я сейчас вам покажу, как. Открываем папку с текстурами, выбираем, какой нам нужен. Два раза кликаем на площадь, увеличиваем. И, нажав кнопку Enable,
отключив инвертацию, можно вот так вот наносить эту текстуру. Текстура скачивается в интернете. Вводите скачать текстуры для Sculpress Alpha 6, и он вам высвечивает папки zip. Вы их скачиваете, потом используете просто как картинки. Можно еще включить вторую текстуру. Все тут по два. Также нажимаете два клика и выделяете другой текстурой. Можно даже другим цветом, вот таким, работать. Так вот, меняете световую гамму, и у вас получается вот такая модель. Такая модель раскрашивается, все простенько, отключается, включается, кнопки доступны. Затемнение, уплотнение. Полигоны можно также здесь посмотреть, сколько, где, чего. Вот так вот выглядит окно выбора цвета. Ползунком уменьшаете, увеличиваете. Сохраняете обязательно, если вам нужна будет потом эта форма. Сохраняете ее либо в родном формате этой программы. Нажимаете, вводите название и папку, в какую вы хотите ее сохранить. Все, она у нас сохранена. Вот у нас произошел сбой. Как хорошо, что мы теперь можем его объяснить. Закрывается программа. И запускается снова. Рисунок раскрашенный у нас не высвечивается, только в сохраненном файле остался. Поэтому советую всем сохранять. В Paint бывают сбои. Ну вот и все, что я хотел вам показать. До свидания. Дерзайте, красьте.